Хей йоу, гайс, с вами я Шимики, и мы продолжаем проходить игру под названием Far Cry 3. В прошлой серии мы играли с вами в покер. Надеюсь, вы научились играть теперь в покер. Он же тот же самый, что и настоящий. И... Что? Теперь у нас что-то новенькое. Эй, ты как? Да. Нет. Что такое? Я хочу домой. Хочу вернуться на Самар, но мой муж меня не пускает. Он говорит, что я его, и продает меня друзьям. Я пыталась бежать, но он большая шишка среди наемников. Никто мне не поможет, если я не заплачу. Сколько вам нужно? Вы мне поможете? О, спасибо. Я знаю капитана, который отвезет меня домой. Ему нужны кровавые алмазы наемников. Я слышала, как мой муж говорил друзьям, где наемники их спрятали. Ого, алмазики. Скорее вернуться домой. В путь за алмазиками. Я не вижу смысла брать машину, потому что... Так, у меня все перезаряжено, хорошо. Это то место, да? Я могу просто заплатить... А, он только говорит за алмазики. Жаль, я бы просто заплатил ему деньги, да и все. О! Значит, мы... Что такое? Жопу этот рай! Ты мой! Вот он! Давайте, у тебя нет шанса! Тихо, тихо, тихо. Алмазики. Раз алмазик. Аист. Побежали. Я думал, он в пещере, оказывается, нет. 48 из 120. Блин, напали втихаря такие, главное. Так. Тихо, 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 тихо. Я просто не хотел создавать шум. Изготовьте бумажный по... Что-то там изготовить надо. А, все. Доставьте по назначению кристаллики. Сейчас мы это сделаем. Блин, был бы парашют, я бы разогнался отсюда, спрыгнул бы, да и все. Увы. У меня все это дело изъяли. Только почему? Оставили бы. Было прикольно. Да, мы походу успеваем за сегодня сразу три этих выполнить. Квестных миссий. И обезьянье дело тоже, наверное. Хотя обезьянье дело, мне кажется, там большое задание будет. Мартышкин труд. Он по-другому, кажется, называется. На. Алмазы у вас? Да. Когда ваш корабль? Корабль? Какой? Вы же хотели уехать. Я знал, что ты сложаешь. Роэль, нет! Заткнись. С тобой потом разберусь. Да пошел ты нахер. Что происходит? Ну да. Ты ж хотела. Ты хотела. Ты ж этого хотела, да? Ты этого хотела. А знаешь, что я сделал? Бля, я ее тоже убить не могу, жаль. Я бы ее грохнул. Зато я тебя освободил. Тварь ты.
Лгать она мне собралась. Какие алмазы? А, типа она хотела сбежать, но муж спалил. Ну, или нет, или бы она мне наврала. Коки, коки, коки. Посрать, погнали. Так, а где? В той стороне? Нужно все-таки метки ставить. О, там еще один этот... Покер Майданок. Майданок. Так, он... Придется плыть, да? А, нет. Ну да. Главное, что здесь кроков нету. То крокодилы бы мне мешали, мне кажется. Очень сильно. Ну давай, челик, что у тебя? Эй, я тебя знаю. Видел, как ты взъебал пиратов, мой друг. Очень впечатляющий. Взъебал. Ты мне пригодишься. Отпиздил, надо говорить. Правда? Я серьезно. Посмотри в мои глаза. Не моргают? Вот как я серьезен. Тут некоторые селяне пропали. Исчезли. Испарились. Пуф. Там пруд есть. Весь такой священный. На дне развалины. Страшные, как оборотни бармицва. Селяне там плещутся и причащаются. Правда, трое из них так и не вернулись. Так не купайтесь там. Говорят, ты сюда попал, прыгнув из самолета. А ведь тебя тоже, небось, отговаривали. А? Крыть нечем. Ладно, где этот пруд? Ох, мистика пошла. Пруд, где пропадают люди. Священное место. Поплыли. Тогда сразу поднимусь отсюда, чтобы мне корни не мешали, они меня стопят. Не так уж это далеко, я думаю. Да, вообще недалеко. Так, мне вниз показано, да? Значит, сейчас спрыгнем. Так, это где-то здесь. Так. А разве я здесь не был? Вы, если на меня сейчас что-то нападет, я хуи. Кажись, я нашел их. Бля, что за музыка? Идите нахуй. Да боже, хватит! А, все? Все, да? Пожалуйста, только не нападайте на меня. У меня сердечко слабое. Пипец. Ну зато я знаю, что тут крокодил. Да ладно, я плыву. Я смотрю, здесь ничего нету. Где тут крокодил? Никого не видно. А, вот он ты. Вот тварь. Фу, пиздец. Мне нужно будет, если я не забуду этот моментик, типа потише сделать.
такой, говорю, не пугай. Вот поэтому я не хочу играть в хоррор игры. Если меня, блядь, обычный крокодил напугал. Что будет там, где постоянно скримеры эти? Это был крокодил. Ему конец. Обалдеть. Крокодил, да? Небось, пожрать пришел. Ну, бывает. Что там говорить? Кому сейчас легко? Спасибо. Рыжий, блядь, ты не спался. Ох, ужас. Эй, привет. Привет. Так, ладно, давайте, что у нас следующее? Сюда я доберусь отсюда. Возьму, наверное, машину. Если будет, да, и доедем туда. Давайте тогда, как я и говорил, да, сначала пойдем в этот экспедицию, а после уже на обезьяний труд. Если он будет дольше 40 минут, то ладно, так уж и быть. Возьмем. Не, ну рели вот это, блядь. Это, по-моему, первый, да? Скример. За игру был. И он же будет последний. Чайки выныривают из-под земли. Почему бы и нет? Эй, привет. Вижу вас. Да тут. Что? Человек имеет право. А? Человек имеет право защищать семью. Имеет право сражаться. Имеет право искать месть. Кто это сделал? Три человека против одного недоблесть. Трое с ружьями. Скажите, где они? Три человека с кровью моей семьи на руках. Человек вам покажет. Ты покажешь мне или кто? Окей. Убейте первого наемника. Мы это очень быстро сделаем, я думаю. Первый наемник. Ты бежишь сюда? Да нет. Готово, все. Мне посрать на вас. Побежал дальше. Кажется, это были мои. Нихера себе тут. Блин, не, мы походу даже сегодня не успеем. А на что мне тогда это продлить? Следующее это. Вы давайте тогда туда добегу лучше так и продолжу. Все, давайте, я вон каких-то уже людей вижу просто отсюда, поэтому я решил продолжить. Так, еще одного не заснял. Да возьми ж ты. А, нет. Нихера их там. А, это тот, кто мне нужен как раз. Давай, одно. Один точный выстрел. Ого! Это ты, вроде? Как я хочу сюда прикончить? Я в укрытии! Граната! Это вроде! Спалили, да, все-таки?
О-о-о-о, тихо-тихо-тихо, не умираем. О, там гранатометчик, я понял. Ты сдохнешь быстро. Нельзя умирать. Тихо. Все хорошо. Это что такое? А, это просто труп светится. Ладно. Тогда все нормально. Перезаряжаемся. И сразу где-то здесь рядышком, да? Рядышком, рядышком. Очень рядышком. Здесь на базе. Так, тихо. Убили, ушли. Зачем ты это вроде? Какой задание будет провален, алло? Вылезай, вроде. Я выполнил задание. Ты готов сделать все задания? Окей, поехали. Надеюсь, по-быстрому здесь доберусь. По воде. Да, быстро добираюсь. Лечу аж. Я просто смотрю на карту, чтобы мне деревья не мешали. Так, речечка сужается у нас. Все, готово, чел. Отомстил. Это, кажется, ваше. Человек заслужил покой. Прощай. Все, грязная работочка. Что у нас остается? Все, да? Тогда давайте я остановлю запись и пойдем на эту экспедицию, и я продолжу. Главное, я надеюсь, то, что я с правильной стороны иду. Да, с правильной, все. Это какой-то бункер. О, письмо. Где письмо? Где-то здесь, рядышком. Вот он. Потерянное письмецо. Второе письмо Тадао. А, моя дорогая жена, я не знаю, почему я продолжаю писать тебе. Возможно, я надеюсь на то, что ты погиб... Что ты не погибла. Возможно, я еще надеюсь вернуться домой. А ты с Айком встретишь меня. А, мое сердце разрывается, когда я об этом думаю. Но я знаю правду. Нет больше ни тебя, ни Айки. Ни Хиросимы. Так... Майор Моги смотрит на меня с ненавистью, как будто он знает правду. Но откуда? Я не могу смотреть ему в глаза. Так, смотреть ему в глаза. Я боюсь, что если я это случится, я расскажу ему о Хиросиме. Солдаты попытаются защитить меня от него, но что я сделал? Я был слишком напуган, чтобы сказать ему правду. А теперь уже поздно. В момент скорби я разбил радиостанцию и всех предал. Наверное, мне лучше умереть. Возможно, когда я снова буду с тобой и Айкой Тадао. Я снова буду с тобой с Айком и Тадао. Так, все, да? Или нет? Люди, стоять. А что мне по людям неизвестно? Чрезвычайное происшествие. 6 месяцев назад чрезвычайная ситуация возникла на судне «Астрид». В частности, капитан продал корабль со всеми содержащими. Хойту Велкару. Пассажиров сейчас... Пассажиров, сейфы. Все. Да-да, как в этом ваших круизах, все исключено. Как все включено.
Четверо несчастных, их звали Тиша, Колум, Леонард и Михаил, смогли спастись. Я мог бы разыскать вам, что случилось. Я бы мог рассказать вам, что случилось, но, полагаю, вы хотите все выяснить сами. Вау. Это типа... Мне теперь нужно их найти? Чрезвычайное происшествие. Прикольно. Если это да. Так, лады, у нас 10 минут есть. 19 минут, если быть точнее. На то, чтобы все выяснить и узнать. Так, поехали. Ой, здесь опыты какие-то над людьми, походу, проводились. Так, тихо. Лучше, если... Хотя, фиг его знает, лучше... Что лазит? Здорово. Так, там закрыто. Да, вон человек один. А, это военный. Тут очень до хрена вот этих помещений с клеточками. Главное, чтобы тут диких животных не было. Это я сильно надеюсь. Сука, что-то рычит. С той стороны. Тихо. Вот это вот плохо, то, что их стравливали собаками. Черт! Тихо, малыш. Тихо. Что с тобой такое, я не понимаю. Что с тобой не так? Джейсон, что с тобой не так? Беленькая собачка. Ладно. Здесь держат бешеных собак. Окей. Зато я нашел, что будет на превью. Тот моментик. Хорошо, что у меня хоть... А, мне восстановили ХП. Да? Или нет? Но уже мне сказали то, что будут тут бешеные собаки. Крыски. Кровь. Дизонор. Это что за знак? Наруто? Знак Наруто? Саринган? Тихо. Я понимаю, что тут бешеные собаки, поэтому я на картах. Тихо. Чисто зачищаем. Фэппен, это тоже собака, это... Нихера тут костей. Да уж. Какой шанс, что он может провалиться? Лучше обойду. Тихо. Я слышу змею, но я не вижу змею.
Может, так и должно быть? А. Змея где-то снизу, вон она. Бумажник полон, это я понял. Давайте вы не будете мне постоянно это показывать. Все? Ну, нет. До хера мышей. Контрольная точка. Тихо. О. Не нравится мне это все, их там трое, четверо по звуку. А, это бандиты, значит, загрызли. Окей. Долго... О! Я понял. Ядовитый газ. Чё? А что мне нужно было тогда делать? Так я так убегал, алло. Так я умираю, стопэ. А как это? Я не успеваю тогда бежать. Окей. А чё он упал? Ну ладно. Можешь посрать на медведя, просто зайти и начать бежать? Давайте сделаем так. А вот если бы у меня было всего лишь 3 ячейки ХП? Вопрос. Но это я чисто сбежал из-за того, что у меня было очень много жизней. А так бы, получается, я сдох. Ладно. Давайте тогда на этом закончим. И у нас остается мартышкин труд, и будем тогда искать письма. Если останется еще время после той миссии. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи, до новых встреч, друзья. Всем пока.